Чё творим? Про меня зовут Царь Кионис. И просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь почти ты же знаешь, Пётр, мой Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, против везде очень нравится быть под нами. Так что скорее вступай в мою Суприм банду, чтобы смысле батя на ютубе. И Суприм банда, вы просто не поверите, что сегодня я хочу сделать. Потому что сегодня в 3 часа ночи я хочу зайти в проклятый видеочат под названием Take the Lollipop, что в переводе означает съесть этот леденец. По легенде, всех людей, которые общались в этом чате в 3 часа ночи, на утро находили мертвыми. Именно поэтому, банда, сегодня хочу зайти в этот видеочат, чтобы самому все увидеть. Говорят, что в этом чате живет реальный маньяк, который наблюдает за всеми, кто общается. Потом он находит всю информацию о этих людях, узнает, где они живут, и просто их преследует. А в конце концов вообще убивает. И этот маньяк уже был ранее замечен на других сайтах. К примеру, вам скидывают обычную ссылку, и как только вы по ней переходите, этот маньяк узнает все о вас, узнает ваши соседи, узнает, где вы живете, и просто вас убивает у вас же дома. Это такая жесть, банды его все еще не могут найти. Тем не менее, банды, всю эту легенду сегодня я проверю, а также продувать на это видео наберем 30 лайков. И тогда, банда, в Даркнете я куплю доступ ко всем скрытым камерам мира. Мы сможем с вами наблюдать за всеми людьми в мире. Я даже один раз видел видео, как парень уже купил этот доступ к камерам и увидел настоящую убийство. Была полная жесть, банда, так что скорее ставь лайк, а также, бро, подписывайся на мой инстаграм, ведь в своем инстаграме, банда, я общаюсь со всеми вами. Подпишись на меня, напиши мне в директ и все, жди. Уже скорее отвечу именно тебе, так что будет скорее, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем входим в этот проклятый видеочат. Погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы. На часах уже 3 часа ночи. По легенде, как только я войду в этот видеочат, в это время сразу же будет происходить мистика. Тем не менее, Суприм банда, надеюсь, вы готовы. А также, банда, вы должны понимать, что это международный чат. Здесь могут попасться как и англоговорящие, так и русскоговорящие люди. Поэтому, банда, если вдруг попадутся англоговорящие, не уходите. Я уверен, что сегодня будет полная жесть. Почему-то мне верится в эту легенду, что здесь будет происходить полная мистика. Тем не менее, банда, я так сильно переживаю за всего этого. Я не хочу, чтобы со мной сегодня что-то случилось. Окей, давайте уже будем входить в этот чат. О, черт, банда, просто посмотрите, мы уже начинаем входить в этот сайт. И ссылка этого чата такая. takesthelollipop.com. Просто жесть. Банда, я советую вам никогда не переходить по этой ссылке, потому что это очень опасно. В этом видеочате реально происходят страшные вещи. Никогда сюда не заходите, банда, я очень за вас переживаю. Я сегодня сам все вместо вас это сделаю. Окей, тем не менее, банда, начинается загрузка, посмотрите. Лолипопе посредине леденец, а внутри этого леденца лес. Я просто жесть. Это так жутко выглядит. Если кто-то начнет есть этот леденец, сразу же поранится. Окей, тем не менее, банда, здесь мне нужно ввести мое имя. Естественно, я буду писать Сергей, потому что шифроваться в этом чате нету смысла. Меня все равно, если захотят найти, найдут. Итак, банда, я просто пишу свое имя Сергей. И также нужно согласиться со всеми условиями правил. Просто жесть, что будет дальше, банда? Неужели мне перекинет чат? Что это? Окей, мне нужно подключить мою камеру. Подключаем. О, черт, посмотрите, это же я, банда, привет. Ведь вы видите меня с двух камер. Видите, это просто жесть. Окей, похоже, все работает. Меня коннектит какой-то сервер. Неужели сейчас скроется комната с новыми людьми? Connecting. Банда! О, черт! Привет! Привет! Ой, черт, его зовут София, банда! Ой, еще кто-то! Оу! Привет! Вы привет. Видите меня? Да, мы тебя видим! Да? Я вижу вас всех, так что... Привет всем! Привет! Привет! Куда вы? Сергей, мы тебя не слышим! В смысле? Они меня не слышат, банда! Что вообще нужно делать? Чёрт. Господи, вы это слышите, банда? Началась музыка! У кого она играет? О, господи, я не знаю, зачем я сюда пришла, ребят. А, ребят, кто-то взломал мой телефон и скинул мне моё фотоскрин. Чёрт! Вы видите это? Я скинул фотографию с этого чата на её номер телефона! У кого из вас о, мой чёрт, номер? Это не... О, у тебя сзади свет пропал! Арина, беги! Я сюда зашла! О, черт, просто жесть, банда, вы это видите? У тебя сзади кто-то ходит, Арина, убегай! О, черт, просто жесть! Это так странно! Кто это делает? Или мне кажется? Просто жесть, да. Что происходит? Я вижу что-то! Неужели тот самый маньяк, банда? Он уже пришел за Ариной! Это такая жесть, господи, беги!
Руслан, он просто не набросился, он ее убил! Это такая жесть! Перестань! Это было так забавно. Ты увидел его лицо? Нет, Сэм, было плохо. Сэм, верит все это, думаю, что это фейк. Просто жесть, что происходит, не так страшно, банда. Ладно, с вашим компьютером тоже сейчас было что-то странное. Что с твоим что-то не так? Банда, это не я делаю, моя мышка двигается, посмотрите, вот мои руки. Моя мышка двигается, потом управляет моим компьютером. Кто-то его сломал. Это просто жесть, вы видите это? Я, пожалуй, пойду уже. Просто жесть! Пока, Семен! Я тоже уже хочу уходить отсюда! О нет, что это? Происходит? Что с ним происходит? Кто-то взломал мой компьютер и... О, черт! Просто жесть! Почему пишется, что Семен уже ушел с этого чата? О нет, переключилась на его телефон! В чате написано, посмотри свой телефон! Такая жесть! Семен, что с тобой? О, господи! Вы видите это, банда, что происходит? Окей, ребят. Что с моим телефоном? О, тебя кто там был? О нет, неужели этот маньяк? Он уже пришел за Семеном, Бон, давай, ты видите? У меня тут кто-то есть. Черт, что происходит? Это просто жесть, там реально кто-то был. Черт, что с ним? Вы видите, банда? Господи, он умер. Его просто не стало. Не хочу больше за ним смотреть. Это такая жесть, банда. Что это было? Почему это так страшно? Что-то сзади тебя. Просто жесть, я не верю тебе, София. Не хочу смотреть. Мне очень страшно. Это просто жесть, банда. Что происходит? О, господи, я хочу уже уйти с этого чата. О, господи, что с тобой, София? Куда делась моя вебка, банда? Вы видите, я просто пропал. Что происходит? О, господи, что с ней? Она плачет! Ей очень страшно, как и мне! О, черт, пожалуйста, перестань это делать, маньяк! Если ты меня слышишь, успокойся! О, черт, что происходит? Вы видите это? Она превращается в этого же маньяка! О, черт! О, господи, просто жесть, банда! Вы видите это? Это так страшно! О, черт! Меня выкинуло из этой комнаты, что это было? Он просто убил всех поодиночке. Такая жесть, почему я все еще жив? Что происходит? Господи, банда, это просто жесть. Легенда с маньяком правдива. Он реально существует. Он только что на ваших и моих глазах убил троих людей. Это просто жесть, мне все еще в это не верится. И мне кажется, банда, что маньяк совсем скоро придет ко мне в дом, чтобы покончить и со мной. Мне так страшно, банда, это такая жесть. О, господи, банда, что это? Посмотрите. Он прислал мне фотографию. Это скрин с той чат-рулеткой, когда я сидел, закрывал глаза. За мной все-таки реально наблюдали, банда, вы это видите? Это так страшно, просто жесть. Я просто в это не верится, банда. Я уверен, что маньяк теперь захочет и меня убить. Я не знаю, что мне делать. Это реально моя фотография, банда. Мне просто в это не верится. Он реально следит за мной теперь. О, господи, посмотрите. Он присылает много сообщений Лолипоп. О, черт, прям как называется эта чат-рулетка. Мне просто в это не верится, Суприм, банда, посмотрите. Такая жесть, господи, что с моим телефоном. Он просто начал лакать, вы это видите? Просто жесть, Суприм Банда, что с ним происходит? Он каким-то образом захватил мой телефон, вы это видите? Это такая жесть, Суприм Банда, что происходит? Это просто какая-то мистика. Такая жесть, Банда, он просто ломается. О, господи, что с камерой? Только не это, что происходит? О, господи, что с ней? Почему она перестала работать? О, черт! Черт возьми, кто ты такой? Что тебе от нас нужно? Просто жесть, что происходит? Зачем ты убил троих остальных ребят? Они же ничего тебе плохого не сделали. Просто же, что происходит, Суприм Банда? Мне так страшно, я очень переживаю за свою жизнь. О, черт, господи, кто здесь? Просто же, что происходит? Суприм Банда, я так не хочу умирать. Я очень переживаю за свою жизнь. Похоже, маньяк уже в моем доме. Это такая жесть, банда. Нужно срочно валить отсюда, просто убегать. Как можно сильнее и быстрее. Окей, Суприм Банда, я не знаю, что будет дальше. Возможно, сегодня маньяк просто прикончит меня. Но я очень надеюсь, что все будет хорошо. Просто жесть, банда, вы видите, это электричество пропадает. О, черт, Суприм Банда, нужно скорее уже уходить отсюда. Вот комменты из прошлого видео, просто из каких шикарных. Идеальщиками дали, я просто Connecting. What is this? My name is Alex. Who wants to play lollipop? Disconnecting.